Всем доброго времени суток. Сейчас мы находимся в городке Моншау. Это довольно красивый небольшой городок. А что интересно, здесь такая вот архитектура, фахверк называется по-немецки. Городок этот находится рядом с Бельгией, всего 5 километров отсюда. И недалеко от города Ахен. Сегодня погода довольно хорошая. Приехали сюда погулять. От нашего дома не очень далеко, километров 70. Что еще интересно, этот городок не пострадал в войну, то есть сохранился так, какой он был 100-200 лет назад. В общем, как вы уже поняли, сейчас мы пойдем немножко погуляем, ну и по пути я вам поснимаю, как выглядит городок Моншау, потому что такие видео довольно интересные моим зрителям. По крайней мере, люди так говорят.
Ну вот, как вы уже поняли, такой вот панорамный вид здесь. Сверху еще какой-то замок находится. Вот там вот наверху. Скорее всего, остатки его какие-то. Сделано что-то типа оборонительной крепости. Вот эти вот все дорожки тоже. Похоже, что была просто оборона города. Еще раз напомню, в войну этот город вообще не пострадал. То есть все сохранилось так, как есть. Вернее, так, как было.
weer een feestje gemist. Een voetveld. Ja. Ja, weer een voetveld. Ja. Ja. Goed maar spelen. Ik ben hier als die ben. Wie liet hem dat enthousiasme steeds? Ja, ik ben. Goedemiddag, gewoon als we opstaan. Je moet even oriënteren waar het is. Ja, maar dat is een huis. Ja. Daar zo. Pak een beetje, nee, iets verderop. Ja, maar dat is de kerk. Ja. Dus wij zitten bij, redelijk dicht bij het veldje, want we zitten vlak bij het Oranje Huis wel. Пожарная городка Моншау. Здесь всего две таких, два бокса, две машины стоят. С учетом того, что здесь в округе живут всего 13 тысяч человек, то в принципе нормально, больше не надо. В самом центре, наверное, 1000-2000.